утром солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. Добрым утром, девочки и мальчики. Здравствуйте. Доброе утро. Вы уже встали, умылись, оделись. Фоксик, что? Ну что ты спрашиваешь? Ну, конечно же, встали. Ну, конечно же, умылись. И зарядку сделали, да, ребята? Да. Вот и отлично. Тогда мы можем провести разминку для головы. Согласны? Конечно, согласны. Я тут для вас одну задачку припас. Вот у меня на столе лежит несколько разных предметов. Все они очень разные, но чем-то очень-очень похожи. Ну? Итак, внимание. Так. Ну-ка. Бублик. Он вкусный. Тарелка. Она стеклянная. Так. Так. Пуговица. Она пластмассовая. Медалька, она внутри шоколадная, такая вкусная. Ой. Вот перед вами эти предметы. Так. Так чем же они все так похожи, а? Ну, не знаю. Но они все такие разные. Угу. А вот бублик съедобный. Так. И медалька шоколадная тоже съедобная. Тоже. Да. А вот пуговицу и тарелку съесть нельзя. А может быть, они похожи по цвету? Вот смотрите, тарелочка и пуговичка, они красненькие. А вот бублик желтый. Так. Да, но если вот бублик положить на тарелочку, кладем. А пуговицу положить на медальку. Кладем. Заметил, Коксик? Ну а что я должен заметить-то? А то, что бублик такой же круглый, как тарелочка. Да? Да. А вот... пуговица такая же круглая, как медалька. Я знаю, чем они похожи. Они все круглые. Правильно, друзья. Каждый из этих предметов можно изобразить геометрической фигурой, которая называется круг. Ага. Ну что, попробуем начертить круг? Начертите! Да запросто. Так, 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 и вот так. Ого! Да. Какой-то кривой получился. Да, так. А у меня вот какой. Шуня! Ну и хитрая же ты! А вот мне нужен большой круг, и я возьму... О, бублик! Бери, Коксик. Ну хорошо, а если тебе нужно будет поменьше, тогда что? Поменьше? А я тогда обведу бублик изнутри. Вот. А если еще меньше? А тогда я возьму сушку, баранку. Неужели без баранок и сушек не обойтись? Ой, а правда? Профессор, а вот как начертить ровный-прировный круг без баранок и сушек? Терпение, терпение, друзья мои. Скоро вы получите ответы на все ваши вопросы. Я научу вас чертить круг, причем такого размера, какого вы захотите. А знаете, почему мне так нравится круг? Почему? Почему? Да потому что он может катиться. А если он может катиться, то почему бы нам с вами и не прокатиться? Ой, давайте, давайте прокатимся, давайте! Давайте. А на чем мы поедем? Мы поедем на скоростном велосипеде. Здорово! А куда, куда мы поедем? Поедем в город Круглянск. Куда? Куда? Город есть такой в стране геометрии. А-а-а. Ну что, едем? Едем! Едем! Бойко крутятся колеса, мчится наш велосипед. Скоро мы на все вопросы сможем получить ответ. Вот открылась перед нами расчудесная страна. Геометрией, конечно, называется она. А вот и город Круглянск. Интересно здесь.
ты все такой круглый. Да, и живут одни круги. О, смотрите, сколько их. Большие. Они из больших домов выкатываются, а маленькие из маленьких. Смотрите. Ой, а что это такое? Циркуль. Что? Циркуль – незаменимый инструмент для черчения кругов. У него две ножки. Одна с иголочкой, а другая с грифелем. Мы ставим ножку с иголочкой на бумагу и проворачиваем вторую ножку вокруг первой. Прямо танцует этот ваш циркуль. Ой-ой-ой, как ровненько. На то и циркуль, чтобы круг получился ровный. Циркулем можно чертить круги самого разного размера. Маленькие, средние и большие. Вот здорово! Ну, друзья, а теперь нам пора возвращаться. Профессор, а мы циркуль с собой возьмем? А как же? Ура! А чем же мы круги будем чертить? Вот мы и дома. А можно я тоже попробую начертить круг циркулем? Можно я тоже попробую? Конечно, можно. Только сначала мы попрощаемся с ребятами. До свидания, мальчики и девочки. До вечера. До свидания, ребята. И да хранит вас Господь. Знание лучше богатства. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам, новый день приходит к нам.